Более 3000 зареченских семей получили сертификат на материнский семейный капитал. Его выдают с 2007 года. Первоначально право на документ было у семей, в которых появился второй или последующий ребенок. С 2020 года перечень получателей был расширен. С 2020 года приобретают право на получение материнского сертификата и женщины, которые родили или усыновили первого ребенка. То есть это существенная, так скажем, поддержка государство дало женщинам, которые родили и первого ребенка. При рождении или усыновлении первого ребенка в 2021 году семья может получить свыше 483 тысяч рублей. Столько же по документу предоставят тем, кто оформлял его до 2020 года и не распоряжался средствами. Если в семье, где в 2020-м родился первый ребенок, в этом появится второй, то родители получат в распоряжении еще чуть более 155,5 тысяч рублей. Размер материнского капитала для лиц, у которых в 2021 году родится второй или последующий ребенок и ранее им не выдавали сертификат, составит почти 639,5 тысяч рублей. С этого года изменен и порядок получения документа. Теперь не нужно обращаться в отделение пенсионного фонда за его оформлением. Сертификат появится в личном кабинете пользователя на сайте Управления Пенсионного фонда России или на портале госуслуг. Самое главное, чтобы ребенка зарегистрировали в ЗАГСе. Эти данные к нам автоматически в пенсионный фонд поступают, пенсионный фонд их обрабатывает, и тем, кому положено сертификат, то выдается в своем личном кабинете, а мамочки распечатывают себе. Как и прежде, направить средства материнского семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, на социальную адаптацию детей-инвалидов и накопительную часть пенсии мамы. Зареченцы в основном используют средства на улучшение жилищных условий. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».